Вот песок какой белый. Обратите внимание, какой песочек белый. Ну, белый, потому что здесь в нем присутствует природный известняк. Он действительно очень и очень светлый. Вот здесь вдали у нас на берегу океана, как всегда, очень часто здесь проводятся competition, то есть соревнования. Детки в основном соревнуются, бегают, прыгают на берегу. Иногда они здесь плавают на побережье, конечно, очень близко. Ну вот, океан. Океан нас встречает, несмотря на то, что сегодня ночью был большой ветер, и утром сейчас еще ветерок, ну уже стихает, конечно. Океан спокойный. Хочу сказать, значит, город Перт, он находится на побережье Индийского океана. Это Индийский океан нас встречает. Спокойный сегодня. Для океана это очень спокойный. Вода чистая. Вот австралийцы очень часто делают пробежки по утрам на побережье океана. Ой, вода чудо. Чудеснейшая водичка. Чистая. Чистая, прозрачная. Просто прелесть. Ну так, конечно, сразу, когда заходишь, прохладная. Прохладная. Но то, что волн нет, и она чистая, это уже очень радует. Очень радует. Вот такое побережье. Люди. И каждым воскресеньем все больше людей. Все больше людей приходит на пляж. Выходные дни. Вот так, раньше люди в основном находились на пляже, ну, как говорится, под зонтиками. Все. Сейчас вот такие палаточки. Можно находиться весь день. Очень многие люди приобретают такие удобные палатки и находятся нужное им количество времени на пляже. Потому что это очень удобно. Вот пляж. Сейчас пойдем купаться. Намажем лицо кремом и вперед. Ну, купаемся мы недолго, конечно. Полчасика, максимум час, и в 10 домой, потому что солнце становится невыносимо палящим. Ну, вообще хочу сказать, вот на пляже здесь люди в основном купаются близко к берегу, не заплывают. Вот даже пловцы, они плывут не в направлении океана, они плывут над берегом, потому что опасно. Опасно. И, да, океан, здесь акулы. По статистике в Австралии один человек в год погибает от акул. Ну, это статистика. Вот, к сожалению, за последние месяца три уже два случая, что два человека погибло от акул. В том числе, значит, один серфингист мужчина и второй, к сожалению, вообще молодой мальчик, 17 лет. Я не поняла, он серфингист был или же просто купался и заплыл подальше. Вот. А вообще, конечно, здесь служба контроля очень работает. Сейчас вот часов 9 начнутся полеты, вертолеты контролируют, патрулируют территорию. И смотрят, чтобы никто никуда не заплыл. Не дай бог, чтобы ничего не случилось. Кто-то, может, тонет, кто-то серфингист там, мало ли, акулы. Все это просматривает регулярно, патрулирует. Вот. И что еще я хотела сказать?
соревнования. Вот дети бегали, уже, по-моему, оно заканчивается. Соревнование детское. Температура, да, температура воды 23-24 градуса в океане. Зимой опускается 18-19 градусов. То есть, как видно, перепады небольшие. Океан не успевает, видимо, ни охладиться, ни нагреться. А так держится примерно одинаковая температура. Вот пляж. Чуть дальше пройти, здесь, конечно, на пляже есть и души, и туалеты. Все чисто, все хорошо. Народу, конечно, сегодня очень много, очень много. Очень много. Ну, видимо, с каждым воскресеньем будет все больше, потому что я помню, где-то месяц назад мы начали ходить, и народу утром было немного. Вот океан Индийский. Цвет воды, я не знаю, как в камеру, но цвет воды синий, сине-бирюзовый. Красота неимоверная. Вон люди вдали на каяках. Вот они на лодочках различных. То есть народ отдыхает. Ну, дорогие мои, и вам желаю хорошего отдыха. Радуйтесь жизни. И все будет хорошо. Пойдем купаться. Пока-пока, мои дорогие. Следующее будет у нас интервью об австралийском завтраке. После пляжа пойдем мы в клуб завтракать, и вам я покажу австралийский завтрак, традиционный. Вот еще на лодочке подплыла женщина. Ну все, пока, мои дорогие, пока-пока.